конкретно. Чем ты занимаешься поподробнее? Я занимаюсь криптой. Там вот там циферки, вот, вот это мои монеты. Я там вкладывался. Ну, видите, крутится, мутится. Я могу пойти к проститутке, заплатить деньги и уйти. Суть в удовольствии. Мы можем сегодняшний и день, и вечер очень здорово провести. Я уверен, что ты не пожалеешь. А я уверена, что я пожалею. О, видите, он уже не скрывает. Я тоже, малыш. Он пошел на большие жертвы, чтобы прийти к нам. Ты что, вообще больной? По полу сейчас ее таскал. Ты ну, типа, если ты переживаешь, что могу. Ну, мне у тебя тут и так нравится, на самом деле, глупо. Отвалит меня! Отвалит! Что? Что ты делаешь? Всем привет! И с вами, как всегда, я, Макс Рудода. И мы продолжаем формат «Ей уже 18». Очень многие в комментариях просили меня продолжить этот формат. Многим нравится, когда к ним 15-летним приходят, да, взрослые мужики, а к совершеннолетним, потому что очень много разных случаев бывает и с ними тоже. И также, ребята, я знаю, что многие из вас сейчас смотрят этот ролик, но они не подписаны. Ребят, давайте сделаем так, чтобы ваша красная кнопочка «Подписаться» стала серой. Это реально несложно, а мне будет очень важно и приятно. Также давайте здесь соберем 30 тысяч лайков, и мы выпустим продолжение такого же формата. И напоминаю всем вам, что в течение первого часа я лайкаю и отвечаю на все ваши комментарии. А сейчас давайте ближе к делу. Сегодня у нас новая актриса, и это Екатерина. Катерина, привет! Здравствуй! Как твои дела? Отлично. Как ты настроена? Отлично. В общем, ты, конечно же, смотрела мои предыдущие ролики и примерно понимаю, что будет происходить. Ты сейчас такая жизнерадостная, сейчас улыбка на лице, как будто бы обычно ничего не происходит. Да, знаешь, ничего не происходит. Я просто еще это не готова морально, и я сейчас вот, когда ворвется этот человек, подготовлюсь. Я тебе показал фотографии, вроде как молодой, энергичный, ну, там да. Он и этим занимается в переписках, нам писал. Но что от него ждать? Неизвестно. Вообще непонятно. Опять же, тревога у тебя, возможно, какая-то будет, но да, не переживай. Да, она у меня уже есть, я просто ее не показываю, не видно, понимаешь, просто, я маскирую. Такая маска, типа, прикольная, круто, сейчас все будет хорошо. Да. Ладно, смотри, мы будем в любом случае смотреть за этой стеночкой, мы там с ребятами будем находиться, если что, будем врываться, останавливать его. В общем, это сегодня твой первый раз. Да, а у нас совсем скоро придет наш подозреваемый, надеюсь, что все будет хорошо. Ладно, сейчас давайте расставлять наши камеры скрытого видеонаблюдения и на исходную. Итак, смотри, мы уже расставили наши камеры скрытого видеонаблюдения. Опять же, не дай возможности ему, чтобы он зашел к нам в комнату, говорит, что это родительская. Надеюсь, он не запалит наши камеры, потому что были разные случаи. В общем, как-то ты выкрутишься, не переживай, все будет хорошо. Если что, кричи. Хорошо. Опять же, надеюсь, такого не будет. Давай 5. Давай. Ребята, квартира довольно-таки большая. У нас есть возможность прятаться не только здесь, да, на балконе и так далее. Тут есть небольшой коридорчик и выход в следующую комнату. А в этой комнате мы будем находиться с ребятами. Опять же, это Ян. Здорово. Руслан. Они уже не раз участвовали в наших роликах, за что вам огромнейшее спасибо. Мы будем находиться в этой комнате, следить за всем происходящим и слышать, что там будет происходить. В общем, надеюсь, что парень будет адекватным. Но опять же, если вдруг он будет применять силу к нашей девочке, то мы его тихо и быстро утихомирим. В общем, ребят, будет очень интересно. А сейчас давайте ждать нашего сегодняшнего подозреваемого. Ребята, мы уже с ним списались, он сказал, что он уже подходит к подъезду, буквально через, не знаю, там пару минут он уже к нам постучится, и мы посмотрим, что же он будет творить. Это первый раз для Кати, она, конечно, ну, немного переживает, потому что, понятно, она даже не знает, кто сегодня будет перед ней, то есть, как, собственно, и мы. Сейчас нужно быть на готовности, что мало ли он сейчас сюда сунется, знаешь, проверять, типа, что здесь вообще происходит. Да, привет. Дорогая куколка-конфетка, привет. Шучу. Кать, привет. Держи очки. Ну что, раздеваемся? А, у тебя кондёр есть, ладно, я шучу. Можешь организовать несколько? Стаканчик водички, пожалуйста. Да, конечно. Фух, а то так далеко ехали. Пацаны на рыбалку поехали, нас кинули к тебе. Фух, прошло все нормально. Не будешь насаживать рыбку на крючочек. А я буду пить. Да, присаживайся, я сейчас. Я только, ну, приехал сейчас, да, чуть-чуть успокоиться, перевести дух. Блин, да он что-то как-то прям максимально активный, вы смотрите, прям аж вот так вот, прям колбасит, прям как будто бы. А чё ты не поехал на рыбалку? Потому что я очень хотел ради меня? Увидеть тебя. Пацаны подождут, а у тебя тут еще и так красиво, слушай. Да, я люблю искусство. Ой, не в то горло. Малышка, сори. Ты как-то недоброжелатель. Зажала просто. Ну так еще рассказывай, что мы будем делать. Да ничего, ну поговорим, расскажешь о себе.
Но это тот же тип, который нам писал, собственно, такие же фотографии, собственно, как у него были в профиль, такой он и пришел. Чем ты занимаешься поподробнее? Power Remesa. Ну да. Ну, я занимаюсь криптой. Может, знаешь, там Луна есть такая монета. Что? Луна такая монета, я тебе говорю. Луна? Луна. Там сейчас с ней, короче, да забей. Короче. Так он еще и криптовалютчик, знаешь, себе прикиньте, да? Сейчас у нас каждый второй в этом мире криптовалютчик. Темщик. Есть монета одна, но это не важно. Я еще пишу тексты. Тексты? Рэперам. Да. Но, сама понимаешь, не могу сказать, кому именно, так как, ну, там условия, контракты, все такое. Вот. Думаю, залечу к тебе по Бырику там на часик. Мы же хорошо общались с тобой. Слушай, я думаю, мы там уже почти все решили с тобой, типа, пока. Не, ну мы решили, но не решили. Давид, правильно? А то у тебя там никнейм был. Дэви, что-то это. Дэвид, да. Ну, да. Давид. 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 И сколько же тебе лет? Сколько? Давид. Ну, а вообще это играет какую-то? 30, 20. Если 9. Я, например, сейчас называю какую-то цифру, и она тебе не нравится, и тогда я ухожу? Да. 14. 14-летний парень. Или ты... Я люблю, да. Несовершеннолетний, да. Ты нет, да, я держишь нет. Еще да. Пока... Я понял. Знаю, вы, девчонки, все такие. Да. Думаешь? Знаю, Катюха, знаю. Чем еще занимаешься? Какие у тебя есть хобби? Там масса всего, ну и там масса, футбол, но... бегаем, ну, регулярно, футбол, там какие-то растяжки, турники. О, курсы. Да? Я тоже занимаюсь, да. Растяжками, реально? Стретчингом, да. Реально? Да. Вот интересно посмотреть на его растяжку. А, это такая веревочка, да, ты типа вот так делаешь, да? Ну, типа ты ее надеваешь и вот так там как-то они что-то растягивают. Нет, стретчинг это не то. Нет. Я не шарю, что это. Это вот этот стретчинг. Это эта штука? И она прям под цвет твоей футболочки? Да. Видишь, у меня тут много желтого. Странненькая, скажи, на что это похоже? Это. Понятно, что это нос. Ну ты пошлый, да. Тупые люди не поймут. Тупые люди не поймут. Это похоже на хвостик. И знаешь, у помидорчиков есть такая пипка, короче. Мы в детстве думали, что... Аккуратно, пожалуйста. Что это помидоры, мальчики? Знаете, он настолько активный, что я стою, смотрю, и даже не особо нет каких-то комментариев. Просто все настолько быстро происходит, то тут, то здесь, и я прям в замешательстве вообще. Помидоры, мальчики? Слушай, если даже я что-то сделаю, я тебе 10 таких привезу. Да? Ты хорошо зарабатываешь? На все цвета. Ну, достаточно. То есть, ну, не Абрамович, конечно, но и не на кассе. Так, а что там ты говорил за криптовалюту? Я слышала, сейчас это так актуально. Ну что, он насуетит, как говорится. Парень при баблях, он говорит, криптовалютчик нынче. Еще и арбитражник, скорее всего. Слушай, это очень тяжелая тема. Вот так люди встречаются, они полдня друг другу трусят. Там, ну, типа, трусят? Да. Ну, я образно говорю. Такой жаргон. Извини за сленг, но это такой более уличный. Ага. Суть в том, что очень много слов, и ты ничего не поймешь. Смысл тебя сейчас этим загружать. А ты парень с улицы, суть, да? Суть в том, что уличным я занят жаргоном. Делом, там все четко. Стой. Помещение. Блин, я думал, Луна выросла. Я там чуть, короче, вложился в одну монету старую. Она росла, сейчас пока не очень. Луна есть... выросла? Да, все, да. Все, полнолуние? Да, да, 17-я луна. Кстати, на молодой месяц можно встретиться. Да не только. Блин, это смешная херня, на самом деле, про Луну. Я просто очень сильно интересуюсь криптовалютами. Все, что связано с этим, очень много читаю, интересуюсь. Вот сейчас он говорит про Луну, прям аж смешно, невероятно. На самом деле, я знаю, там на молодой месяц, вечерами, поля, леса. Да ладно, не будем об этом. Так а что за луна у тебя в телефоне? У меня луна? Ну ты она говоришь. Она мне показывает, где ты находишься. Ха-ха-ха, шучу. Не, ну вот смотри, есть приложение, да, вот оно вот так называется. Ага. Там вот там циферки, вот это мои монеты. Я там вкладывался. А. Некоторые из них упали, я сейчас пока там в минусах, но я перебьюсь, если биток на 18 зафиксируется, не будет сильно падать, то я, может, еще докуплю. Ну, мы думаем, короче, это я не сам решаю. Это как говорится, биток 40, покупаем по 40, биток по 30, докупаем до 30, биток по 20. Сука, я забыл шутку, извините. Биток? Видишь? Это как отбивные? Все красненькое, видишь, оно все падает. То есть сейчас, ну, то есть мои... Активы сейчас падают в данный момент, когда я сижу с тобой. Но я могу выйти, там, пойти куда-то, и в один момент достану, они начнут зеленые быть. Ну, это не от тебя зависит. Ну, если ты так подумал, короче. Значит, сейчас смотря на него, хочется вам показать этот мем. Я работаю в криптовалюте. Вот, мне кажется, он очень актуален сейчас. А я же еще и хожу. Куда? В церковь. Не, ну, типа,
Есть приложение за то, что я просто хожу, мне там тоже биткоины капают. Ну, это реальная тема. Скину тебе потом ссылочку. Ну, видите, крутится, мутится. То есть арбитражом тоже, наверное, занимается P2P-шечкой. То есть он темщик реальный. Посмотрите, молодой весельчак, который пришел сейчас. Ну, пока, смотрите, он никак тактильно не взаимодействует. Он никак ничего не делает. Да просто он рассказывает, развивается, вот так вот постоянно двигается. Он очень-очень-очень резкий. Слушай, пацаны, а кстати... Что еще? Я поднимался к тебе в подъезд, и мне Кент скинул, смотри, ну то есть серьезно, вот они уже нарыбачили форель, прикинь, красная рыба. Видишь, как я зря. Я от красной рыбы, от форели. Он пошел на большие жертвы, чтобы прийти к нам. Но, надеюсь, он оправдает нашу надежду. Он все-таки окажется хорошим парнем. Мы выйдем с ним, поздороваемся. И он никак не будет относиться плохо к нашей актрисе. А где же они ловили вот эту форель? А есть специальные такие, короче, для успешных людей места, там специально их... Только для успешных, да, людей, типа неуспешных. Ну, просто это дорого стоит, ну то есть ты приезжаешь, платишь. Это ты не платишь то, что... за то, что ты ловишь рыбу. Да, у тебя есть фиксированное количество, сколько ты можешь, если ты хочешь больше, ты доплачиваешь. Ну пацаны там... А, ну так а смысл тогда ехать ловить рыбу, если можешь ее просто купить? Так мы... А, вы кайф получаете. Слушай, это... я могу от самого проститутки. Ну знаешь, типа заплатить деньги и уйти, а я могу найти девушку, которая мне будет нравиться, с которой мне будет приятно проводить вот, время. Вот, ты пришел со мной сегодня просто провести время, правильно? Ну, как минимум я пришел, потому что у меня есть к тебе симпатия, мне было с тобой интересно общаться. Ну, потому что, чтобы... В целом, я вижу, если что не общение, такая... это так бы ты пошел бы к проститутке. Не, я поехал бы на рыбалку и заплатил бы еще за это и ловил бы рыбу с братвой. Ну, я же тебе говорю. То есть суть в удовольствии. Ты со своими близкими. Вы там немножко пьете пиво, там веселитесь. Ты любишь там, пиво? Угораешь. Какие ты любишь алкогольные напитки? На рыбалке можно выпить пивасика, да. Смотри, ну если Луна воскреснет, то я выпью 0,5 виски залпом. Залпом? Ты много пьешь? Нет. Просто это, короче, событие будет знаменательное. Как будто бы я не знаю. Ну, короче, не суть. Ну, ты не поймешь все нюансы все равно. За. Почему? Думаешь, я не пойму? Ну, потому что это очень сложная тема, то есть там очень... Так ты, если бы мне бы больше пообъяснял, то ты я бы понял. Ты хорошо знаешь? Да. 2 + 2. 4. А я думаю, 5. Видишь, а как ты вот криптовалютой занимаешься, если ты, у тебя 2 + 2 = 5? Это просто такой мир, понимаешь? А. Ну, а ты сможешь мне доказать, что 4, у тебя есть какие-то аргументы? Как ты мне докажешь? Вот докажи. Можешь даже силой. Силой доказать тебя? Надо было в школу ходить. Тебе бы учитель по математике точно доказал. Вот ты типа меня подбать, да, пытаешься? Нет, поддернуть. Слушай, ну не все, типа, кто ходил в школу, по итогу чего-то добился, слушай. Ну вот я, например, в школе не училась хорошо. А меня осуждаешь, Кира, подруга, конечно. Ну так вот теперь это... Интересно, ты слушай. Это все какое-то... Веду к тому, что ты меня сейчас перебиваешь. Понимаешь? Ты меня оскорбила вообще за школу, типа я какой-то вообще тупой и так далее. Я не оскорбляла, я хотела сказать, что вот, например, я там спортом занимаюсь, увлекаюсь. Да ты что, каким? Да, я стрейчингом занимаюсь. Скажи, каким? Стрейчингом. А покажи. Да, видите, вот когда мы с Катей общались, она постоянно вот такая, знаете, живчик, и разговаривает, и говорит, и улыбается. То здесь паренек прям ее забивает, прям не дает возможности ей говорить, и постоянно вот, ну видно, что он на опыте реально. Ну так, ну давай попробуем. Ну я... Ну вот я садись йогой, на пол, ну давай. Я йогой занимаюсь. Йогой занимаешься? Да. Ну, а ну, что ты умеешь? Лотосы, дальше что? А выровни ноги. В смысле? Ну, сделай ровные ноги. Ну и что? Ты с тренчем показываешь, что ты меня... А я показываю, а ты наклонись к ровным ногам. Можешь? Чем? Достать. Чем? Чем? Корпусом? Да легко, ну. А только твои, колени. Да твои легко, ну только колени ровные сделай, так знаешь. Так и что мне тогда, слушай, что? Ну вот растяжку даст, раз и дотронулся. Не, ну у тебя чуть-чуть прикольнее, у тебя тут как-то грациознее, талия, все как-то... Ты думаешь, это из-за этого? Нет, это не, в этом не связано. А ты деревянный получается? Нет, я в пузо лотоса. Ну так это единственное, что ты можешь в йоге, а что ты еще умеешь в йоге делать? Вот видите, ребят, все равно, как бы, на мой взгляд, пока сейчас все происходит, ну, адекватно, он никак к ней не активничает, и пока нам даже и выходить не смысла. Я умею нижний брейк. Какая связь? Какая связь йоги с нижним брейком? Ну, потому что это тоже на полу. Да, я понимаю, ты не ожидала, что это просто... Ну, покажи, что ты умеешь. Нижний брейк? Да. А ты в позу лотоса сядешь? А если я сяду, то покажешь? Ты же даже не стрейчинг вот этот ничего не показала, и уже все от меня так. Смотри, вот я сижу в позе лотоса. Вот смотри, а я сейчас могу в шпагат сесть, смотри. Оп! Ого! Ого!
А ты так сядешь? Звук такой был, вроде что-то порвалось. Мне тебе показалось. Ну так что? Ты предлагаешь раздеться? Я предлагаю брейк станцевать. Станцуешь? А потом раздеваться. Ну давай. Смотри. Ага. Нет, ты должна быть рядом. Я же сказал парню, да, еще брейк. Ты сказал нижний брейк. Ну да, я должен быть ниже. А я выше, типа? Да. Не смешно. Чего? Ну, потому что. Да я не шутил. На самом деле. Ребята, я же вам напоминаю, если у вас есть желание поучаствовать в ролике актрисы или, быть может, в роли 15-летнего или еще что-то, пишите мне, пожалуйста, в ВК, либо же в Инстаграм. Я хочу поучаствовать у тебя в ролике и город, из которого вы. И, возможно, именно ты, который сейчас смотрит этот видос, будет участвовать в следующем ролике. Короче, ты там сильно ничего не трогай, это же как бы все. Я вот приехал аккуратно к тебе, родная, слушай, с цветочками. Спасибо. С новой информацией, с хорошими новостями вообще. Ты приехал ко мне просто с моими цветочками. Меня прислал, да, сам Господь. Mm-hmm. Ну, мне доказано, что это твои цветочки, слушай. Не доказано? Квартира же моя, значит, и цветочки все мои. Все стоит, давай. Я хочу. Я тоже малышка. Что ты делаешь? Малышка. Что такое? Ну, я хочу взять просто стакан, понимаешь? Отнести его на кухню. Не люблю, когда все стоит не на своем месте. О, ну извини, мне показалось, ты хочешь поговорить. Тебе показалось. Так что будем делать? Может, куда-то прогуляемся? Куда? По квартире? Прогуляемся? Могу в туалет предложить пройтись. Хочешь? Нет, без меня. Что будем делать? Типа, если ты переживаешь, то могу. Ну, мне у тебя тут и так нравится. На самом деле, глупо куда-то идти. Кондишн, так жарко. Ну вообще вот прикольно. У меня есть такое некое впечатление, что он прям как будто бы место себе не может найти. Он хочет и вот здесь побывать, и вот тут, и он, наверное, ждет какое-то, знаете, некого влечения от Кати. Типа, что она первая как-то скажет, что, чувак, может быть, развлечемся или что, чтобы дать ему зеленый свет поставил. И что-то явно ждет. Я вот не понимаю, что именно. Да, сквозняк. Что такое? В смысле, с пофиг. Да, конечно, ничего не случится. А потом вызывать мастера, чинить. Да? Да я тебе помогу, слушай, тех мастеров. Да? Придешь мне чинить? Что мне там 500 рублей, это все починится. Слушай. Ну вот если... Зачем переживать то, что стоит денег? Это финансовые затраты. Это... Ну так это ж хорошо, что ты вот видишь, можешь себе позволить. А ты что, не можешь себе позволить? Я могу себе позволить, но вот хотелось бы, чтобы были люди, у которых есть руки, которые могут помочь. Не деньгами, а руками. Эх, малышка, я так давно мечтал услышать эту фразу. Мне нужны руки, которые хотят помочь. Что? Я имею в виду помочь, ну, в быте. Да ты можешь на меня рассчитывать, слушай. Да я понимаю, что я могу рассчитывать, ну. Хотя он, смотри, он и немножко рядом с ней сел уже. И тактильно уже к ней, да, как-то немножко. Но опять же, ребят, не забываем, этот ролик и формат называется «Ей уже 18». То есть уже более взрослая девушка. Она совершеннолетняя, играет в ролике совершеннолетнюю. И он к ней приходит. Понятное дело, что порог дозволенности во много раз больше, чем 15-летняя. Но тоже, как бы, есть рамки. Блин, пацаны там рыбачат, ё-моё, пишут мне, ну что ты там? И что? А ты что? Отвечаешь? Хочешь, я отвечу. Ответь. А что ты напишешь? Смотри. Братишка. Отправлять? Ты что вообще? Не, ну смешно же, скажи. Зачем ты это сообщение? Так я ж не отправил. Я тебе прикол говорю, типа отправлять. А, это прикол такой. Кать, ну давай серьезно, смотри. У меня есть тебе предложение. Мы можем сегодняшний и день, и вечер очень здорово провести. Слиться в коктейле любви. О, видите, он уже не скрывает. Но опять же, он это с приколом говорит или на серьезке, я вот не понимаю. Да не буду я еще пацанам писать что-то. Не, не надо. Я думаю, что нам стоит просто пообщаться и все. Мне кажется, он как будто, ну, типа, с прикола заходит, типа, прокатит или не прокатит. А потом, если прокатывает, он как бы бищет дальше. Я уверен, что... А я уверена, что я пожалею. Ты же ж в переписке совсем другим был. Не, ну слушай, надо же мы с тобой знать друг друга, ну, понятное дело. Их демонов познакомить. Я считаю, что люди счастливы тогда, когда их внутренние демоны вместе счастливы объединяются. Ну, я согласна, но это же не говорит о том, что при первой вживую встрече да, нужно это что-то... Это как бы, ну, не обязательно, но если есть желание с обоих сторон, то почему бы?
Ну, а где возможно, желание с обоих сторон? Это даже как-то будет лучше. А где желание с обоих сторон? Давай его поищем. Давай найдем его. А где искать будешь? Знаешь где? Где? Как в одной сказке писали, или в анекдоте. Искать надо. Начинать везде. Что ты делаешь? Отстань! От меня! Спокойно. Отстань! Ты что, вообще больной? Я охерел только что вообще. Что ты творишь? Да я тебя просто обнял. Ты меня обнял? Да. Ты псих. Чего? Я хороший псих. Ты... Катюш, да ну прекращай. Не-не-не, ну... Я сейчас вообще не понял, сейчас как-то ее начал видеть, он сейчас ее по полу сейчас ее таскал. Я просто не пойму, что тебе мешает, мне же нормально, все классно. Ты мне ковер неровно сделал. Простите, пожалуйста, я готов ради вас на этот подвиг. В общем, шо? Отвали от меня, отвали! Да, ребята, это ужасно, что он творил, но по правилам Ютуба, конечно же, я не могу вам показать полностью все это без цензуры, потому что нас просто забанят. Если у вас есть желание посмотреть этот ролик от начала до конца без блюра, то есть когда вы видите его эмоции без заблюривания, это все совершенно по-другому. И приставания, и невошедшие моменты, это все будет на Бусти, ссылочка будет в описании. Там не только этот ролик, абсолютно все ролики без цензуры, которые выходят на ютубчики, еще и за день до публикации на Ютубе, и также 18+ фрагменты все хранятся там. Если у вас есть желание посмотреть небольшой фрагмент, но тоже без цензуры, это можно сделать в моем телеграм-канале. Ссылочка будет тоже в описании. Спасибо вам за 100 тысяч в телеге, потому что именно там выходит то, что не позволяется на ютубе, вы сами понимаете. Но небольшие фрагменты, а полные на Бусти. В общем, меньше слов, давайте же досмотрим это видео. Наверх, стоп. У нас здесь разыграны маленькие камеры, на ней петличка. И мы все видели, слышали, что происходит. Думаешь, если брать девочку силой, то тебе она сойдет с рук, что ли, или что? А что это уже не разговорчивый? Я не понял. Что не прав? А почему не прав сейчас? Я виноват. Ты это поздно понял, что ты виноват, понимаешь? Поздно, сильно поздно, я бы сказал. Ну мы же, адекватные люди. Давайте. Адекватные? Это мы адекватные? Я не понимаю, подожди сюда, вот объясни, вот он заслуживает, вот сейчас, чтобы мы его отпустили, скажи, пожалуйста. Нет. А вот не заслуживаешь, получается. Смотри, мы сейчас, мне кажется, чтобы ты нас лучше понимал, выключаем камеру и с тобой разговариваем без камер, правильно? Я такой босс. Уже совершенно все по-другому. А уже по-другому, понимаешь? Вот смотри. Вот нападать на маленькую беззащитную девочку, да? Это элементарно, это просто, да? А когда мы забежали, совершенно по-другому все открывается. Чувак, расскажи, что ты здесь делаешь вообще? Мы же все видели, мужики, ну пришел в гости к подруге. Подруга, а какая вот цель у тебя была изначальная? Смотри, я просто не понимаю сути. Вот ты вот видел, что она даже вот на полу, когда я уже, тогда уже думал выбегать. Но думаю, ладно, сейчас типа типу в голову войдет, что она против, она не хочет. Но нет, дальше. Вот почему? Почему ты не останавливался? Я не понимаю этого. Я тоже чуть не понимаю, если честно. Ну, я думал, что это нормальная ситуация. Нет, сейчас я понимаю. Это нормальная ситуация. Смотри, это то есть нормально, я понимаю, сейчас могу посмотреть со стороны, да, действительно, это выглядело ужасно. Так а при чем тут, как со стороны? Я говорю, факт, вот девочка стоит, а ты перед ней до сих пор не извинился. Извинись перед ней быстро, сейчас. Ну, мужики, спокойно, спокойно. Катя. Нет. Я просто, мы волчанку играем, да, или что? Извини меня, я был неправ. Я осознаю свою ошибку, я не должен был распускать руки. Да, В этом я виноват, это моя вина и... Ладно, раз так, надо его отпускать, наверное, да? А до этого какой, блин, смельчак? Да, спасибо, что извинился. Мужики, серьезно, я осознаю. Так а что, мужики?
Когда мы здесь стоим с тобой разговариваем, конечно, ты по-другому общаешься, но она, блядь, одна была. И ты ее силой брал. А если бы их не было, ну, то что? Я понимаю, что... Что ты понимаешь? Что было бы потом? Я виноват, я не прав, я признаю и... И все? Слова пустые? Да, в том-то и дело, слова, и все. И вот все, понимаешь, слова, слова, слова. А вот что было бы и что будет в следующий раз, когда нас не будет? Вот расскажи нам. Вот ты пришел опять в гости к девочке. Она опять говорит, я не хочу, блядь, я не хочу. А ты берешь и силой ее берешь. Не, мужики. Да? Вот так будет в следующий раз? Мужики. То есть так не будет в следующий раз? А как мы можем получить эту гарантию? Вот как нам расписку напишешь, чуваки, больше я силы не буду брать или что? Ну, мне надо будет просто это все обдумать, осознать, как, ну, как я выгляжу. Ну, это просто, видишь? Осознать ему просто надо. Вот смотри, вот я, ты вот поменялся, конечно, в лице. Конечно. Перепуган весь, видишь? Я понимаю, что он перепуганный, но, блядь, какая нахер разница? Сам факт того, что девочка была перепуганная. Понимаешь, ты подойди поближе, подсними его. Уже как-то по-другому, да, все? И я вот не понимаю, нам надо каждый раз это делать, блядь, вот каждый раз, понимаешь? Каждый раз, вот мы когда с людьми общаемся, они такие, блядь, мы все осознали. Мы, да какая нахер разница? Что это было тогда или сейчас? Смотри. Ты думаешь, нас слезами взять или что? Мне насрать вообще на твою эмоцию, понимаешь? Мне насрать на нее. Она сидела здесь, как, не знаю, как беда вот так вот, блядь, зажатая. И ты бы вырвалась? Ты бы не вырвалась бы просто. Меня за руки схватили. И в чем и фишка, что просто вы, просто девочки, которые так вот поступают или приглашают, просто мужики вас могут взять настолько силы, что вы не вырветесь. Да. Ладно, ребята, просто я думаю, он уже что-то осознал. Выход. Ты осознал это? Что так делать не нужно? Я просто не знаю, что ты осознал? Говорит, не мне. Еще раз скажи, что ты вот не я будешь так делать. Знаю, все, ребята, нахер вы выкидывайте, нахер выкидывайте. Все, быстрее. Нет. Чтоб я его даже тут, сука, и не видел. И быстрее, что вы стоите? Извините, давайте его. Быстро его нахер отсюда. Вот видите, буквально, когда он тебя и на полу брал, и здесь, у него прям... Сердце не остановилось. У него прям был животный инстинкт тебя, да? А когда да. Мы забежали... А ты слышал, что он говорил вообще? Что? Он говорит, да если бы я хотел бы, то я бы проститутку вызвал. Слушай, я могу пойти к проститутке. Ну, знаешь, типа заплатить деньги и уйти. А сюда он так пообщаться пришел. Мы видели его общение. Спасибо, наобщались. Ребята, в общем, животный инстинкт, он просто хотел взять, вот, знаете, как антилопу какую-то. А потом забежали мы, и мы просто, ну, человек изменился сразу. И вот в чем фишка, просто люди меняются, они просто не понимают, когда они это делают, что на сильного может отойтись еще более сильный человек. Да, мы не можем вызвать полицию, да, ну как мы так, ну что, брить его на лысо, что ли, или что, я вот просто не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение, что мы можем с ними сделать, как мы можем их наказывать, но в любом случае, ребята, это был наш некий подозреваемый, и мы поняли, что он... В очередной раз доказал тот факт, что, сука, он тоже плохо относится к девушкам и тоже готов их брать силой. Да, она совершеннолетняя, да, она не 15-летняя, но какая нахер разница? Совершеннолетняя или несовершеннолетняя? Сам факт, если он берет ее силой, то это нихера не нормально. Ставь лайк, пиши ваши комментарии, ваше мнение. Это очень важно, распространяйте ролик. Если вам понравилось, как играет Катя, тоже напишите в комментариях, быть может, еще у нас поучаствует. В общем, всем пока, до скорого. Дальше больше и интереснее.